Здравствуйте, наши дорогие зрители! С вами Виталий Хомутов, и мы продолжаем знакомить вас с ответами на ваши вопросы в рубрике «Вопрос дня» Олегу Зубкову на его личном блоге. И сегодня вопрос от нашей подписчицы Ксении Черненко. Добрый день, Олег! Увидела в ленте новостей, что два вольера в зооуголке детского парка Симферополя пострадали из-за непогоды. Из-за ураганного ветра, который 29 ноября обрушился на Крымский полуостров, произошло массовое падение деревьев на территории парков и скверов Симферополя. Уточняется, что обитатели Симферопольского зооуголка не пострадали. Какова ситуация в Тайгане и Сказке? Обошлось ли без серьезного ущерба? Ответ. Здравствуйте, Ксения. Парк Львов-Тайган построен мною на территории старой заброшенной военной базы. На этой территории росли десятки огромных тополей, с которых постоянно обламывались огромные сухие ветки. К счастью, в этом году мы закончили уборку всех этих пережитков прошлого. Иначе беды было бы не миновать. Ураган был очень сильный и в Сказке, и в Тайгане. Однако серьезных убытков ветер не принес ни Сказке, ни Тайгану. С уважением, Олег Зубков.